Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хочу оставить свой отзыв о прохождении практик клуба Риммы Романовой. Прошел, казалось бы, год, но время летит незаметно и продуктивно. Начали обучение мы с прощения. Прощение, как оказалось, очень важно, потому что все садится в тело, выдает болезни, которые нам ни к чему. Кажется, откуда, чего. Но клуб помог осознать некоторые причины своих болезней. И теперь отлавливаю легко то, что, не дай бог, если что-то вдруг заболело сразу, нахожу причину, отматываю как бы события назад, и болезнь сама собой уходит. Что касается, в частности, респираторных заболеваний. Раньше чаще болела, сейчас этого практически нет. Еще что хочу сказать, что задания в клубе еженедельные, как ни странно, соответствовали моему внутреннему запросу. Каждое задание очень интересно ложилось мне. Было сопротивление, конечно, местами. На Риме благодарю за поддержку, благодарю за то, что она помогала все это проходить. Благодарю волшебный чат, который тоже поддерживает. Иногда читаешь какое-то сообщение, находишь ответ на свой же вопрос. Это очень интересно. Начали мы с прощения. И могу сказать, была такая ситуация, что я очень негативно относилась к одному человеку. Но, как говорят, от ненависти до любви один шаг. И теперь я к этому человеку отношусь очень-очень позитивно, положительно. Считаю его очень-очень замечательным. Еще один момент, я стала себе больше позволять. Я позволила себе поездку на ретрит с Римой в Абхазию, хотя для меня это был выход из зоны комфорта, очень сильный. Я первый раз вообще куда-то полетела, полетела одна, без семьи. Это было очень сильно для меня. Также клуб помог мне открыться. Теперь я могу спокойно свои какие-то внутренние переживания открывать, рассказывать, писать посты в соцсетях. Еще открылся мой один такой талант. Теперь пишу стихи, причем вдохновляюсь ими сама. Девочке очень понравились мои стихи. Я этому очень рада. Я надеюсь вдохновлять и себя, и других этими стихами. Очень хочется выпустить, конечно, книгу, что я планирую сделать. Прочитаю вам одно свое стихотворение, посвященное клубу, так как клуб очень-очень вдохновляет. Клуб — это целый мир. Клуб — это наш эфир. В клубе мы делимся разным, прекрасным, грустным и даже ненастным. Всегда делимся радостью, чтоб зарядить всех отвагой, чтоб каждая была счастлива и рада. Клуб — это целая вселенная, вселенная женщин, идущих к счастью. И нам не страшны любые ненастья. Поддержка в клубе всегда найдется, когда тебе грустно и когда смеешься. Подарят тебе машину, все будут рады. Встретил ты мужчину, мы поддержим отрадно. Даже если развод, новое счастье всегда тебя ждет. Наша наставница очень мудра, она обогреет, когда беда. Может, и тапочек розовый всем выписает для решения проблем. Рима, она полководец волшебный. Хочет всем счастья, и это ценно. Я надеюсь, мое стихотворение вдохновило вас на поступление в клуб. Еще один момент в плане открытия. Я зарегистрировалась на сайте, теперь публикую свои стихи, и мне это очень-очень нравится. Слышать отзывы от людей. Также я открываю свои рисунки. Я выставляю, и теперь по этим рисункам товары производят с принтами моими. Мне это очень-очень нравится, как нравится и другим. Я надеюсь, мой отзыв поможет кому-то стать счастливее, придя к нам в клуб. Благодарю Римочку за то, что она сделала этот клуб, за знания, которыми она делится. Римочка, благодарю тебя.